Светлый праздник Христовой Пасхи в Туле состоялся традиционный крестный ход духовенства Тульской епархии, верующих и благочестивых паломников и гостей областного центра от Всесвятского кафедрального собора до Успенского кафедрального собора на главной городской площади. Я вседушевно приветствую всех вас, держа в своих руках этот светильник, вожженный от огня небесной любви божественной, любви Бога Отца, для нас, чтобы мы жили распинающей Сына Своего возлюбленного, любви Бога Сына, согласной с любовью Бога Отца, самовластно распинающей себя по любви к нам и любви Бога Духа Всесвятаго, зрящего в наших сердцах, благодарный отклик на отчую и сыновнюю любовь, и в меру и качествование этого отклика любовь Духа Святого торжествует в нас победой силой крестной. Христос воскресе! Христос воскресе! Христос воскресе! Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ, и сущим в гробе живот даровал. Пасхальный день продолжился раздачей благодатного огня, напоминающего передающим его из рук в руки людям о том, насколько важно сохранить обретенный в дни Великого Поста духовный настрой, чтобы, напитавшись чувством всепрощающей Божией любви, продолжать жить с ней в сердце.